Технически исправный транспорт – залог безопасности перевозки пассажиров. Сотрудники отдела технического надзора госавтоинспекции по Дмитровскому округу совместно с представителями администрации округа и сотрудниками регионального административно-транспортного контроля провели осмотр транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки. Основной акцент был сделан на проверку технического состояния транспортных средств, на исправность и работоспособность внешних световых приборов. Соответственно, обращали внимание на технические неисправности, при которых запрещена эксплуатация, то есть такие как суммарный люфт рулевого управления, нарушение герметичности пневматической и тормозной системы. Также проверили наличие и состояние зимней резины на автобусах. В большинстве своем те автобусы, которые сегодня были проверены, они уже переоснащены соответствующей резиной и нареканий не вызывают. Автобус номер 63 только что приехал из Сергиева Посада. В результате проверки данного транспортного средства была выявлена неисправность внешнего светового прибора. Левый задний габарит не горит. Штраф, соответственно, на водителя, и будет возбуждено дело об административном правонарушении уже в отношении юридического либо должностного лица за выпуск на линию. Валентин Толмачев, водитель со стажем. Факт неисправности светового прибора принял с пониманием. Утром мы приходим, проходим медосмотр, механик нас проверяет автобус полностью. Все работало. Вот я рейс сделал, в связи, может, с погодными условиями, потому что сыра отошла, сбоку у меня там габарит лампочка. Сейчас вот выявили на стоянке, у меня обед, сейчас буду устранять. А вообще водителю важно, чтобы техническое состояние его автобуса было идеально? Ну, естественно, это же для пассажиров хорошо. Мы же занимаемся все-таки перевозками, мы людей возим. Стоит отметить, что пассажирские перевозки на территории Дмитровского округа осуществляет компания «Мострансавто» и частный перевозчик «Дмитров Лайн». У водителей компании «Дмитров Лайн», кроме технического состояния транспортного средства, представитель администрации округа проверял наличие всей разрешительной документации. В первую очередь водительское удостоверение, путевой лист, карточку лицензионную, что подтверждающую, что он действительно осуществляет перевозку на законных основаниях. Ну, соответственно, страховой полис, свидетельство о регистрации транспортного средства. Все, кого мы проверили, лицензии на руках. То есть, ну, сейчас нелегальных перевозчиков нет. Подобный осмотр транспорта, осуществляющего пассажирские перевозки на территории Дмитровского округа, проходит регулярно. Местом проведения осмотра становятся не только автовокзал, но и конечные остановки некоторых маршрутов.